26 августа 2017 года. Я нахожусь в отеле «Горная поляна» на высоте 14 440 метров над уровнем моря. Это вот внешняя терраса отеля. Вот вдали виднеется изумительный вид, облака, горы. Вот я делаю панораму. Здесь находится открытый бассейн, в котором можно плавать, рядом можно загорать. Внутри здания находится закрытый бассейн и джакузи, а также 4 вида парных. Финская сауна, травяная парная, соляная парная и финская сауна. И вот вид самого отеля. Очень красивая архитектура, сделана в современном и немножечко средневековым стилем. Деревянная отделка. Вот такая очень-очень красивая терраса, красивый отель. А как внутри-то в парных хорошо. Зайдешь в джакузи, потом в душ, потом в парную и по новой. Вообще классно. Приезжайте на Красную Поляну.